Друзья, к вам обращается лохматая душа. Сейчас впереди последние дни уходящего года. Ребята, помогите нам прожить этот год и встретить сытыми новый. Прошу вас, мы не просим у вас полноценный корм. Друзья, дорогие мои, помогите нам оплатить зерносмесь. Все остальное мы делаем сами. Дробим, пропускаем через экструдер, собираем по магазинам остатки списанных продуктов. Ребята, мы выживаем как можем. Все-таки у нас огромный приют. 3000 животных. Друзья, я прошу вашей помощи. Я прошу вас. Покупать полноценный корм – это очень дорого, и нам не по силам. А купить зерносмесь, ребята, пока хватает сил, с вашей помощью. И то, ребята, нам хватает того, что мы собираем, всего на 4-5 дней, а потом мы опять кричим. Прошу вас, друзья, помогите нам оплатить зерносмесь. Я умоляю вас, пожалуйста, в месяц нам надо 30 тонн зерносмеси. На 3000 животных. Прошу вас, мои дорогие, пожалуйста. Друзья, в ангаре очень холодно, и мы сейчас своими силами утеплили небольшой отсек, где можно разморозить те продукты, которые мы забираем с разных мест. Все отходы воинские и то, что нам отдают с магазинов. Все это приходит в ледяном виде сейчас, поэтому нам необходимо их размораживать. Плюс фарш, чтобы не замерзал, и мясорубка. Цена утепления ангара 500 000. У нас нет таких денег. Именно поэтому, ребята, мы пытаемся справиться своими силами. Возможно, в следующем году нам станет жить легче. И тогда мы с вами сделаем все как правильно и как надо. Утеплим ангар, забетонируем правильно пол. Ребята, и возможно найдем спонсора, который поможет нам покупать зерносмесь. Помоги нам Бог, ребята. Доброго всем здоровья.